вообще надо сказать, что когда мы приехали в 2012 году туда первый раз, Алёша был еще маленький, соответственно, 12 лет ему было. И мы были в диком шоке, потому что у нас как раз в этом году было страшное горе в семье, умерла моя мама, она была необыкновенный человек для нас, не просто мама, не просто там пожилой любимый там родственник. Это была как бы для нас вообще все. Она была профессор консерватории, филолог, необыкновенно образованный, начитанный. Гениальный абсолютно человек, руководивший кафедрой там 35 лет, и, в общем, на консерватории, и в Лисинском институте Запад. И все, что она мне привела, моей сестре, в общем-то, успела даже немножечко моему сыну, вот это то, чем мы немножко сейчас живем, если мы что-то как-то с собой представляем, это только благодаря ей. И потом вскоре умер и мой папа, тоже кавалер ордена Славы, потрясающий человек, вот это тоже был уже нездоров. И, в общем, мы были в жутком состоянии, то есть просто кошмар. Алёша пережил дикие там больницы, куда он попал с потерей памяти травматической. В общем, потому что он, как бы, младший тоже очень такой подвержены всему. Насчет гениальности я не знаю, если бы вы знали мою маму, моего папу, то вы бы вообще на нас бы не посмотрели, наверное, потому что это... Ну и говорят, что их родители тоже были как бы еще лучше. И вдруг, когда мы туда приехали, понимаете, произошел какой-то бальзам на душу. Я не говорю, вот это знает очень хорошо Лена Михайловна, как они приехали, да, вот у вас там на перевязи есть рука, а вы там что-то тоже было сломано, что... И вдруг под конец вы нормально ходите, просто абсолютно чудодейственно на вас это все подействовало, да. Сразу великолепно, люди поздоровели, то, чего здесь не бывает. И вот мы тоже вот это пережили. Но, понимаете, это не было только море, только горы, только чистая вода. Это было вот это омовение вот этой святой абсолютно силой духовной, которая действительно была сконцентрирована в этих русских группах. Потому что каждый, кто туда приехал, он принес как бы самое лучшее. Что у него было в душе, не только в творчестве. И вот действительно происходил вот этот контакт какой-то точечный, вот этими души общались, люди были расслаблены, они были открыты, и рядом происходили настоящие классические духовные чудеса в монастыре. Потому что это, я не знаю, кто был из вас, почувствовал это или нет, но для нас было что-то невероятное, у нас действительно были реальные, там произошли чудеса, и не то, что, так сказать, с нами, но... вас этим загружать, но если кому интересно, ко мне подойдите, я вам расскажу. Это удачливая свидетельница, ее дочка и еще, в общем, Антонава, которая там была. Действительно, настоящие чудеса произошли в монастыре вот в это время, и все это было на глазах, они об этом говорили в автобусе. Это не назовешь иначе никак. Что касается с детьми, так сказать, истории, это было так. В общем, я до этого делала пару фестивалей «Мосткультура». Одна была в Берлине, мой друг мы готовили, значит, в Испании, в Мадрид. И идея была такая, что просто мы везем родителей и детей, и везем их не только как людей, умеющих, а везем их как будущих носителей культуры. То есть мы их специально везем с культурой знакомиться и культуру, которую они собой представляют, показывать. Такая странная идея была. И на русских мифах я просто обратила внимание, что как бы специальная детская тема не выделена, и специальных деток как бы нету. И действительно я подумала, что если сейчас тут начнут 10-15 человек что-то бегать вокруг всех остальных, то получится вот нарушение вот этого необыкновенного какого-нибудь ауры, такого духовного какого-то вот сосредоточения, этого удивительного ареала творчества, который получается. Вот. И поэтому я попробовала, мы говорили с Гипной, с Арсеном, немножечко, как бы, чуть-чуть автономно от единицы ареала. Действительно, в следующий раз, и там 3 года подряд у меня получилось, группа складывалась, вот, ну, пошли уже однажды большой, поехали родители, родители, а потом уже приехались. Вот. И группа, и мы были рядом, то есть та же самая фанфания, она нас поселила где-то рядом, в какие-то другие местечки. Мы приходили, вот был опыт неудачный,
когда они рядом расположились в ресторане, мешали вам. Вот, помните, да, они там что-то вам какой-то один. Но в принципе, в основном, мы это координировали. То есть мы пытались так экспериментировать, действительно получалось такой мозг культуры. Там вот мы однажды, помните, Арсен, мы вас позвали, и вы прочитали нам гениальный абсолютно мастер-класс по старинной открытке. И вот я не знаю, если тут где-то у нас была фотография, мы ее в сверчках печатали. Как вот вы сидите, и когда он пришел, вот эти дети так смотрят, как на святого, да, такими глазами, потому что человек сидит, светится. И каждая вот эта открытка, которую он показывает, это окно в историю. И прямо вот эти все вместе, вот в этой необыкновенной, да, атмосфере, где виноград действительно висит, море, и все, и вот замечательно формулируем слова, вот эти самые мастер-классы. Ходили дети, слушали взрослых. В общем, мы их как-то объединяли в свои игры, там делали свои квесты, свои какие-то концерты, свою программу, тем не менее, вот это какая-то была координация. Так что вот это тоже было. Ну, надо сказать, что лучше, чем этот фестиваль, представитель, возможно, ничего. Вы помните, как вы однажды к себе домой позвали всех присутствующих и всех угостили? Это было что-то феерическое. Вот, там такая изысканная получилась атмосфера ночью в этом саду. В общем, пели там, конечно же, читали стихи. Это что-то, понимаете, это настоящая сказка наяву. То есть трудно передать это все. Вот последний раз, по-моему, Алёша, когда был в Асе, он ухитрился заснять каждый раз свет. Вот. И, значит, потом написал эту поэму. Тоже о Черногории где-то написал все это. Сейчас вот он на телефоне не доступит, он едет со своего колледжа, не знаю, там не успеет уже. Обязательно духовный стих. Я тоже при случае, как только будет возможность, с радостью, конечно же, еще поеду и буду ездить, потому что считаю, что это вот такой шаг, такое вот слияние этих возможностей вместе, которые второй раз не бывает. И действительно, ваши личности стоят здесь во главе угла. Я возьму, с вашего позволения, стульчик и, наверное, все-таки стих сопровожу фортепиано. Thank you.
а наши соотечественники. И вот эти березы, которые там стоят, дают действительно ощущение необыкновенной части нашей Родины. Да, и там действительно даже создали духовой оркестр в деревне, наши вот военные музыканты. Спасибо огромное, Вера Олеговна.